Привет, друзья, привет, подписчики. Сегодня я готовлю плов с мясом из зубра. Сделаю все это на природе, в казане, на костре. Вы у меня, конечно, спросите, откуда у тебя мясо из зубра, да? У меня есть очень хороший сосед, у него родственник охотник. Вот он угостил его, сосед меня, получается. Я долго думал, что приготовить с этим мясом, но вот остановился на плове. Вот посмотрите, оно вот так вот выглядит. Вот на запах говядина, но не говядина, дичь. Вот дичь видно, и цвет даже дичи. Ну, в общем, погнали готовить. Нарежем мясо. О, смотрите, цвет какой, свежак. Его нарежем. Вот так я нарежу его такими вот кусочками. Также специи у меня пойдут здесь зира, приправа для плова. Взял паприку, попробую с паприкой плов сделать. Перец, соль, морковь, соответственно, соломкой, лук полукольцами, маслица, вода, рис. Рис промыл раз на 10. Обязательно чесночок и перчик. Ставим казан на костер. Даем масло сюда. Ждем нагрева масла. Масло нагрелось. Отпускаем аккуратно мясо из зубра. Запечатываем. Мясо запечатали. Аккуратно перемешаем. Начинаем обжаривать. Мясо отправляем, лук обжариваем. Дальше отправляем морковь. Также все обжариваем. Дальше добавим специи. Так, у меня зира. Зира обязательно растирается таким способом, чтоб раскрылась. Приправа для плова. Паприка. Черный перчик. Немного соли. Все перемешаем. Минуты 3 еще обжарим со специями. Добавляем водички. Разровняем наш зирвак. Накрою крышкой, потушим минут 5. Зирвак я тушил не 5, чуть побольше, минут 15-20. Даем чеснок сюда обязательно, прямо в серединку. Острый перчик сюда же. Отправляю рис басмати. Добавим водички. Вот так, чтобы где-то на мизинец закрывало рис. Посмотрите. И готовим практически на углях. Накроем крышкой. Вау, аромат. Сделаю такие отверстия. Для чего? Для того, чтобы наш плов маленько подышал. Смотрите, какая красота. С краев вот так на серединку. Чуть-чуть. Подберем наш рис. Аромат стоит обалдеть. Шапочку такую сделаем, можно сказать. Плов готов. Смотрите, друзья, какой он рассыпчатый. Смотрите. Кайф. А, красота какая. Смотрите.
Смотрите еще раз, какой он рассыпчатый. Во, прямо дышит рис. Обалдеть. Друзья, мы сегодня с вами готовили в казане на костре плов с мясом из зюбра. Это обалденно вкусное блюдо. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, а обязательно пишите комментарии. Встречаемся у костра. Всем пока-пока и приятного аппетита!